Там парни заливают, заливают. Ну, смотри, вот на вот этих, где нужно генератор уничтожить, ты если туда на этим на СРВ приедешь, его долбить будут или нет? Просто попытаться. Ну, остальное будет. Ну, хотя бы просто высадиться, хотя бы посмотреть, какой генератор уничтожить надо. Вообще непонятно, что хотят. Я сейчас эту миссию скипнул, но, блин, это жесть какая-то, там 6 генераторов, я каждый из них пробую взрывать, ничего не дает. Там, видимо, где-то 7-й еще заныкан. Так вообще, без ряда, я даже нашел карту этой базы, на ней тоже все, что обозначено, все взрывал.
Меня перехватил бот с формулировкой «Я тебя ненавижу». Первый раз в системе. Конечно, наверное, пиздец такой, блядь, маневры. А пиздец, конечно, трупов, блядь. Возле этих домов меня погибли. 6 трупов. Реально, сука, видно, как у него друзья стоят снайперы. Даже сказал, что на военке никого. Даже он сам сказал в прямую, что на военке уже никого нет. Типа можно выходить. Ну а что, завтра, Лёша, будешь маслиться? Да. Блять, я вообще завтра буду там, я не знаю, хоть весь день. Андрея надо, Андрея вытаскивать надо. Из космоса. Космоса, блять. Надо, чтобы у Андрюхи, в общем, все сейвы слетели. Но... Андрей, блядь, ты что делал? Ты слышишь, что это произошло? Давить, блядь, нахуй. Андрюха, да даже Андрюха, наверное, бы уебал бы с кулака в монитор. Борода, блядь. Ты знаешь, сколько он там времени убил в этот. Реально это толко сделать. Сначала какие-то бутылки собираешь, сдаешь, блядь. Там, блядь, фармишь какой-то, мешочок мелкий. Так что да, завтра надо нам, блядь, догнать этих ублюдков. Нам, в общем, немножко осталось на четвертое прыгнуть. Мы Ганс, в общем, были на четвертом месте, прикинь. Нас, из-за того, что тебя не было, немножко дропнулись. До пятого. Угу. Нам не хватает 140 очков где-то до первого места. Ну, блядь, притонцев, блядь, тяжело будет там поднять, у них дохуя уже слишком. На сто с хуем больше. Я говорю, 140 очков. Топ-3, блядь, топ-3 можно сделать вообще, блядь. Топ-3 100 очков. Да.
Или это в первом? Да, да. Да. Да, да. Во второй еще части. Значит, все правильно. Лишний веник, а паучиха-то.